Awet. Awet itu, swag. Yo, what's up? Kembali lagi, walaupun cuaca di Rostov ini panas banget, gue sama Thomas bikin vlog lagi. Hari ini kita bakal ngapain, Mas? Hari ini kita bakal nanya anak-anak muda Rusia tentang video musik ganteng-ganteng swag. Yoi, GGS. Yes, kini Indonesia 24. Dan Young Lex, terus Kemal Palevi, terus Rap, Stronot, Arab. Reza Octavian. Jadi gue sama Thomas bakal nanya beberapa orang bagaimana sih pendapat mereka, ya kan? Secara beda bahasa, tapi kan musik bahasa universal, men. Jadi kita lihat aja pendapat mereka gimana nantinya. Kenapa gue milih musik ini? Karena musik ini gue demen banget, gue suka banget. Gue pengen memperkenalkan gitu karya musik anak bangsa Indonesia ke luar negeri. Ini vlog kelima, enjoy. Как зовут? Никита. И Никита. Как зовут? Лера. Ваш клип достоин просто большого уважения. Просто большого внимания и уважения. Клип действительно стоящий, мы оценили. Да? Да. Кто вам нравится в клип? Там абсолютно все, вот просто люди вписываются в этот клип. Просто, да? И просто замечательно. Хорошо. Эти вот, вот действительно оригинально. Хотя бы вы не понимаете язык, но да, музыка язык... нравится. Конечно, да? Конечно, да. Нравится. Такой мы любим, мы такой любим слушать. Это действительно понравилось. Окей, спасибо. Тебе нравится? Да, мне понравилась музыка, но я не знаю этого языка, не могу сказать о содержании ничего. Из парней кто больше нравится? Да, кат. Ну, не знаю. Не знаю, честно, как-то не выделила для себя кого-то в отдельности, но мне нравится Свек. А вот это Свек. Лейкерс. Его зовут Андо Фида Лопес. Мне нравится стиль, да. Да. Ну, я слышала, что там половина на английском языке, конечно, понятно. Хаманешка, индонезийский. Да. Гопе. Вот это тебе. Спасибо. Вот, да. Нравится? Ну да, прикольно. Да. Хорошо. Спасибо. Они такие русские, настоящие. Настоящие. Мы учимся здесь. Учитесь? Да, в ЮФУ. А, в университет. Да, в университет. Да, по специальности. А специальность? Да. У меня туризм. О. Это у него международные отношения. Спасибо.